Всем привет, это топ-5 батл рэперов. Я расскажу вам о пяти самых крутых батл рэперов в России. Первое, вот, пятое место занимает лучший батловый MC в Петербурге, хоть он и из Москвы, Геннадий Рикеев. Убойнейший панчи, замечательная подача материала. Я наблюдаю на тебя, будто ебаная барокамера. Не выгони, я тебя выгоню за барокамера. Не верил в это, блять, сука! Этот fast flow гениальный. Никто из даже из четверки, которая вот из четверки, которая впереди, никто не сможет его сделать в батл рэпе. Так что вот, ребят, четвертое место. Четвертое место занимает замечательнейший просто артист, гениальный. Вот не побоюсь этого слова, гений рэпа. Гений рэпа Брол. Его подача, флоу. Ты принял от Брола в бубен и умер. Как в Риме граждане Помпеи во время извержения вулкана Везувий. Сулили дома победу простую. Куда там? Рифмует Брол, как ДЦПшник. И шансов вообще нет. А то, что он показал... То есть, с Рокки Ракет он забатлился неплохо. Просто феноменальный батл с Пашей Техником, где он вывез и выиграл его. Хотя Паша Техник тоже не слабый оппонент. Зигующий Бэтмен! Да при этом еще и рэпер, у которого скоро выходит альбом на саун. Раньше встретите того из вас, это как познакомиться с кем-то из первых космонавтов Союза. Но как только умер Гагарин, по вашему губ, мне перестала нравиться группа. Картеллер, а.к.а. Железный Бак, а.к.а. Пивная Бабка. Ваш рэп закус под кровосток, выглядит как мечтающая стать мужиком лесбиянка. Ваш рэп жесткий, как избиение Стима Чиганом. Самое главное, его последний батл против Майти Дыр, Ди, Дыр, Динь, Майти Ди, извините, он просто не сильный, я не разбираюсь. Этот батл, он вышел на экран, и я посмотрел, я был просто шокирован. Человек так разбирается в истории. Ты же девственник еще, хуй ты пиздишь. В шортиках. Дядя, подесь, подесь. Молодец, хороший мальчик, хастлер как Янг Трэпа. Тот вообще решил набанчить сразу 30 кэсов, чтобы пожертвовать детскому дому и вызвать на Версус Басоту. Но мусора, хитрые копы, вдруг увлеклись русским хип-хопом. Сейчас, Сейчас я продаю на квартале, каждый день на квартале, в белой майке. Вот прямо на скамейке перед подъездом его и взяли. Найка. Это другой исполнитель вроде. Да похуй, на тебя сойдет. Замечательно рассказывает и подает материал. Ему бы не на заводе работать, а идти учителем. Замечательный человек. Я считаю, что это заслуженное четвертое место. Тройку замечательных батл МС. Топ-5, повторюсь, открывает хороший человек, хорошие песни у него, фиты с Витей СД были. Вы можете подумать, что это Оксимирон. Но я считаю, что Оксимирон, он не на этом месте должен стоять. На этом месте стоит великий, не побоюсь этого слова, Дуня. Яу. Да, я в разных фильмах играл.
могу исполнить драму триллер нуар. Но, к сожалению, здесь режиссер не Ларс фон Триер и не Кинг Кизи. Ведь, судя по маске, твой оригинальный стиль мультики — черепашки-ниндзя. Now, fuck. Его фиты, песни поражают всех. Его батл против кореша — это новый уровень ни одного мата, это как у Иллюмейта, просто шикарно. Эти батлы нужно смотреть трезво и трезво оценивать ситуацию. Дуня выигрывает. Ставка. Он не оскорбляет досконально соперника, он пытается подковырнуть и прямо в душу ему выстрелить. Вот, поэтому я считаю, что он может находиться в тройке. Вот. Первый, начинать тройку должен этот человек. Второе место. Второе место недолго ждать себя не заставило. И на втором месте лучший, так сказать, рекламный батл. Он очень много хайпанул, потому что он это кто, парни? Вы думаете, это Оксимирон опять? Оксимирон на своем положенном месте. Это не Оксимирон, это Янг. Какой Янг? Янг кореш. Янг кореш. Он кореш. Ну, просто кореш, да. Я его знаю лично. Янг кореш. Но он предпочитает, чтобы люди назвали его кореш. Нет. Ведь у каждого тут есть свой собственный рэп. Мой собственный рэп. И твой собственный рэп. Даже если не пишете, собственно, рэп. Вот, казалось бы, рэпер в здании, мастер хейта. У него с утра экзамены по классу флейта. И не все ли равно, это true или нет? Очевидно же, вот он, твой собственный рэп. Думал, это гламурная дура и коза подавно? Пред вами программер, зав архитектуру базы данных. Это просто скрытая реклама и так далее. Можете говорить что угодно. Я считаю, что это почетное второе место в данном топе. Послушайте только его панчи, вникнитесь в них. Это великий мыслитель современного мира. Но не такой великий, как человек на первом месте. Первое место открывает нашумевший в свое время лучший человек, лучший батл эмси, лучший трэп-исполнитель. Хотя все считают, что он делает трэп, даже он сам так считает. Я считаю, что он не делает трэп, он делает все вместе, потому что это и есть хип-хоп-культура. Поэтому, ребята, так сказать, Янг Трэпа на первом месте. Янг Тризи Крейзи, молодой Тризини в этой шалаве 2014-812. Вы слушаете JP2. Фрэнк Притти, бич. Нихуя себе. Вы послушайте, этот парень сиял не так долго, как мог. Уже необычно. Началось Янг Трэпа, первый раунд, поехали. Этот белый лох, я смотрю на него, этот белый лох, он несет дерьмо, говорит дерьмо, закрой свой ебаный московский рот. Это около футбол, 100 голов в твою жопу, хочешь данный релиз, найдешь яркую тёлку, это Тризи, я крейзи. Слушай, JP, мы делаем версус, блять, мы YMB, бич, я сияю ярко. И после этого попал в тюрьму. Возможно, что он еще не сел и сидит в СИЗО, но, парни, пожелайте Янг Трэпе удачи. Янг Трэпа, мы с тобой, мэн. Ае, третий раунд Янг Трэпа. Бит в студию. Красава. О! Янг! Янг! Ребята, это был топ-5 батл MC
по моему личному мнению. Я считаю их лучшими. Если вы не согласны, пишите в комментариях, кто по-вашему располагается на топ 5, 4, 3, 2, ну и, понятное дело, на первом месте. Хотя многие из вас скажут, что первое место заслуживает Оксимирон, я считаю, не так. Оксимирон... Пишите свой топ эп... свой топ батл МС. До новых встреч, ребята. Пау! Ян! Если уйти на беде, это твой выход уйти. Смотри, твой зад потерял свою последнюю жизнь. Пинаю деньги хитрик, твоя шалава хитрит. Мой фокс морозит как флоу, отморозка как ты. На моих тимбах твой мост, это около футбол. Если я за сине-белых, ты за белых голубых. 100 голов в твоих воротах, я взял 100 грамм покурить. А, я имею безумие, оставь команде жопу. Вот как надо ли дерьмо, и ты знаешь, кто мы. А, еще раз. Это M3D Crazy, мои рифмы больны. Забросайте меня грязью, а посажу мне цветы. Евро, песо, фунты, доллары, юани, рубли. Я в своем городе, как у людей, привычка курить. Санкт-Петербург я, и я не знаю, кто ты. Молодой трезине в деле, не знаю, кто мы. Тонут, я пришел их откормить. Не нужен повод, чтоб сварить и зарядить этих барой. Повар дал работу блоку, а теперь ждем новый диск. Твоя жена под вифедроном, я ее не угостил. Большой сил на ремикс, твоя жена в гидре. Моя подача хитрит. Все пачки денег в мой мир, бич, я пришел за деньгами. Я уйду с деньгами, они платят мне деньги, а тебе дают бокалы. Я пришел за деньгами, я уйду с деньгами. Мне платят здесь деньги, а тебе дают бокалы. Раунд!